Утро доброе, вести Карачаево-Черкесия, с вами. Сегодня 26 сентября, и если день будет дождливым, не печальтесь. Он по народным поверьям предвещает хороший урожай. А вот что нам обещают синоптики, узнаем из сводок гидрометцентра, но чуть позже. А пока время новостей. Федеральные дороги Северного Кавказа на 77% готовы к зимнему сезону. Об этом сообщают в Управлении федеральных дорог «Кавказ». В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения реализуют комплекс мероприятий в рамках зимнего содержания федеральной сети дорог СКФО. Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» задействует 520 единиц дорожной техники. Отметим, что особое внимание дорожники уделяют обеспечению безопасного проезда по популярным туристическим маршрутам, горнолыжным курортам Кавказа, таким как Архыз, Домбай, Теберда и многие другие. Предприниматели из Карачаева-Черкесии представляют свою продукцию на выставке в Москве. Производители в сфере легкой промышленности принимают участие в международной выставке «Детская мода». Она объединяет сотни компаний, собирая профессионалов индустрии детской моды из более двух десятков стран мира. От Карачаева-Черкесии участвуют 4 компании. Мероприятие организовано «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли и под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Участие предпринимателей из Карачаева-Черкесии в выставке стало возможным благодаря содействию центра «Мой бизнес Карачаева-Черкесия». Уже сегодня в Черкесске состоится большой сольный концерт известного исполнителя, заслуженного артиста Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии Астемира Апанасова. Он исполнит всем полюбившиеся хиты и новые песни. Концерт пройдет во Дворце культуры Черкесска. Начало в 19 часов. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды. Хорошего дня! В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных горных районах туман, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 8 плюс 13, в горах плюс 2 плюс 7, днем плюс 17 плюс 22, и местами плюс 9 плюс 14 градусов. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесске ночью слабый дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 плюс 13, днем плюс 19 плюс 21 градусов. Высокая пожароопасность.